Почти 2000 человек обслуживают в новом ФАПе. Более 300 из них – дети. Медкабинет оснастили всем необходимым современным оборудованием. Оно позволяет проводить первичный прием и оказывать неотложную помощь. А благодаря новому офтальмологическому оборудованию медперсонал сможет проводить несложные хирургические операции на глаза. Мы получили, что касается приема врача-окулиста, да, доктор, как врач-окулист принимает, это периметр, это скиоскопическая линейка, это щелевая лампа, то есть если какие-то воспалительные заболевания глаз, инородное тело, доктор может здесь сам посмотреть и удалить, не направляя к узкому специалисту. В медучреждении трудятся 5 специалистов. С ними встретился глава региона Роман Старовойт. Заведующая врач Мария Зосимова перебралась в поселок Студенок по программе «Земский доктор». Скоро выйдет из декрета и сменит коллегу, которая также трудится в сельской местности по этому проекту. Новоселье отмечают вместе. Рады врачам и новому оборудованию и жители поселка. Современная медицина стала доступнее и ближе. В старой больнице, конечно, тоже было все уютненько, но, конечно, поменьше кабинетики. Здесь большое красивое здание, светлое. Я думаю, будет здесь приятно приходить с детьми, работать и сотрудникам. Построили офис врача общей практики по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Учли потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них обустроили пандус, кнопку вызова и установили специальные таблички. Кристина Горлатых, Антон Латышев. События дня.